Hey, yo, guys, это Шимики, и сегодня мы поиграем в игру под названием Guacamole Super Turbo Champions Edition. Я немножечко поиграл в данную игру. Ну, немножечко. Поэтому... Так, как удалить? Не знаю, как, ладно. Может, это пятерка? Ну, S не работает почему-то. Ладно, давайте на троечку тогда. Хуан? Ты дома, Хуан? Хуан, проснись, Хуан. Так, сразу здесь у нас... учатся драться. Так, прыжок. Здесь очень... Это Metroidvania, сразу говорю. Здесь у нас мы видим, как рестлер, какое-то почетное место. Скорее всего, он сам рестлер. Вот, допустим, одно из таких мест, как вы видите, у нас закрытое. Ты наконец-то проснулся? Уже полдень, солнце в самом зените. Нет времени спать весь день. Приближается празднование Дня Мертвых. Мне... А можешь не спеши собираться. После того, как почистишь зубы, мне понадобится помощь твоих сильных рук в церкви. У нас такой измученный вид. Зато не идите в церковь. Пуэбло. Пуэбло, пуэбло. Насколько громко, я просто не знаю. Так, ладно. Тогда уберу ограничения. Так, пешек мы заработали. По картинке, в принципе, довольно прикольно выглядит. Так, немножко поближе сделаем. Микрофон. Окей, побежали. Как мы видим, справа, то есть слева наверху, у нас есть хпшка. Так, это мы разбить не можем. Поблечо. Так, а что у нас еще тут есть? Карта у нас есть. Мы видим, что сколько всего здесь у нас находится. 0 из 3, 0 из 3, 0 из 3. Блучо. Failed El Mancino Forest. Хуан, скоро феста, и я хочу остаться без текилы. Так что извини, Хуан, я бы пригласил тебя, но вход только для лучадоров. Так, запрыгнуть я не могу, да? Оригинальные машрумы. О, я могу запрыгнуть. Луча Либре. Если что, вот это справа, это пасхалка, есть игра такая. Это платформер тоже. Олла, Хуан. Помнишь моего сына Лучарадора? Он схватил трех бандитов, пытавшихся украсть святую воду у Фрейо Ай... Ай-яй-яй! Понимаю. Теперь в доме стало так тихо. Но я просто не могу заставить себя избавиться от ее любимой игрушки. Поэтому я храню ее в подвале, под лестницей. Ну, вон, игрушка, вы видите, типа. Я посмотрел поближе, не понял, что там. Тут много всяких скрытых мест, поэтому нужно все искать и смотреть. Касса энд поле. Ха-ха-ха.
Ладно, потом сюда придем. Уверяю, я была настоящей мамаситой в белые времена. Советую поверить мне, мамасита. Так, нам сюда. Ла Рана Эль Гато. Дочь Эль Президента не только красивая, но она еще и очень умная. Ты знал, что у нее высшее гуманистическое образование? Гуманистическое. Фалердо Несердо. Видите, допустим, туда я не могу сейчас попасть. Гоу! Фрей, ай-яй-яй, говорит, что я лучший математик в городе. Умеешь считать? Этот старый дом заброшен многие годы. Люди говорят, что здесь жила ведьма. Правда это или нет, но жить в нем никто не хочет. Президент Монрилл. Эй, Хуан, ты взволнован предстоящим праздником? Думаю, Фрей Яй-яй-яй сказал тебе, он говорил, что ему нужна помощь с подготовкой к этому вечеру. Я смотрю, чтобы у меня музыка была не очень громкая. Я даже, может быть, немножечко могу ее прибавить. Ту-т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 у. А чтобы еще картиночка была хорошая. Алло, Хуан, спасибо, что пришел помочь. Я пытаюсь освободить немного места. Мы ждем людей со все круги на праздник. Даже дочь Эль Президента вернется из университета Санта-Лучиты. Довольно болтовни, сможешь разломать туз пустые винные бочки в углу. Да? Какая сила, я знал, что ты справишься. Кстати, дочь Эль Президента всегда говорила, что видит в тебе потенциал. Такая милая девушка, и я так рад, что сын Эль Абсандора не играет. Он и жена Эль Министро. Какой скандал. Вспомнишь солнце, вот и лучик. Смотрите, кто пришел. Привет, Фрей. Я... Хуан! Фрей попросил меня заглянуть сегодня. Я не ожидал встречи тебя тут. Хуан, ты выглядишь так... Помнишь детство? Мы так часто попадали в переделки. Ого, кажется, это было так давно. Ты действительно возмущал. Кстати, Фрей, я нашла тебе те стулья, которые тебе нужны. Я принесу их позже. Хуан, не сходишь со мной в особняк, чтобы помочь донести их? Я бы с удовольствием прогулялась с тобой. Если ты не против, мы могли бы пойти вместе на праздник. Мне пора. Надеюсь, мы увидимся позже, Хуан. Пока, Фрей. Эй, Хуан, ты что, не слышал, что он сказал? Это твой шанс. О-хо-хо, это лучше, чем смотреть мои сериалы. Ой, сколько раз много... Мне говорить этим детям не играть с фейерверками. О чем это я? А, да, дочь Эль Президента, тебе стоит с ней повидаться. Как вы видите, церковь сделана под рестлинг. Эй, Хуан, что новенького? Стулья для праздника? Конечно, я просто... Диос мио! Особняк Эль Президента в огне! Сделай что-нибудь, Хуан! Мне нравится, что особняк Эль Президента. О, кто-то пытается поехать в героя. Ты далеко от полей, фермер. Тебе тут не место. Хуан, беги сейчас же, пока этот уродливый скелет не схватил тебя. Ха-ха, кто тут у нас здесь? Уверен, никто не станет возражать, когда я выжгу твои глаза прямо на черепа.
князь Калака сочтет за честь избавиться от нарушителя. Оставь его мне, факел, я хочу сегодня немного развлечься. Тихо. Если бы Ягор Хавьер был здесь, я бы доверил ему разобраться с этим. К сожалению, он сейчас занят, и я сам избавлюсь от этого жалкого Химадора. Мир живых, возможно, решил забыть обо мне, но я дам им выбор в этот раз. Я Карлос Каллака, правитель мира мертвых, а ты даже не Лучадар. Приготовься к смерти. Ха-ха-ха. Хуан, нет! О, там еще скелет какой-то музыкальный. О, эй, народ, я что-то пропустил? Получается, здесь пока что 5 боссов назревает. Это леопардо какой-то. Вот этот босс скелет, девка, факел и скелет-музыкант. Чтобы вы понимали, мы сейчас находимся с вами в мире мертвых. Ну так, понятное дело, что, потому что мы сдохли. Так, сюда мы еще и вернемся. Я там достать не могу. Пузблучо. А, пузблучо. Денежки будем собирать, потому что я не знаю, на что они пригодятся нам, но, скорее всего, пригодятся. Если не ошибаюсь, тут есть еще ворота. Ну, пока что ладно. Привет, Сухуан. Я Тостада, хранительница маски. Занятно, что маска выбрала тебя. Калака нарушил баланс во вселенной. Должно быть, ты сыграешь роль. Если ты наденешь маску, Хуан, ее сила вернет тебе в мир живых. Ты готов? Альбачо. Диос миос. Ну я и лучадор. Лучадор, сюда! Город окован злыми скелетами. Они заперли всех в церкви и, кажется, хотят сжечь его дотла. Пожалуйста, спаси нас. Хотя, перед тем, как ты уйдешь, мой совет, если захочешь проверить свои текущие задания, нажми там. А сейчас, пожалуйста, спаси город, а я продолжу прикидываться бочкой. Подсказка. А второй игрок теперь может присоединиться к игре. Так, ладно, нам нужно спасти, как я понимаю, в церкви людишек. О, здесь нужно, короче, драться и комбинировать атаки. Ну, как вы видите, есть специальная хпшка у врагов. По прокачке имеется в виду. Я не вижу свои, я только деньги вижу. О, это красные скелеты, которые метают кости. Назад, демон! На помощь, помогите! Эй, ты, лучадор, спаси меня от этого скелета. Вот так, лучадор. Хук левой, хук правой. Спасибо, сын мой, но мы еще не в безопасности. Они заперли всех горожан в уборной. Помогите нам, нам страшно, а еще тут мерзко пахнет. Ай-яй-яй, еще идут. А вот оборот.
Не дай ему попасть по тебе, Лучадор. Атакуй. Перекат. А я не помню, что эта херня дает. Ах, наконец-то мы в безопасности. Ты всех спас. Сейчас, пожалуйста, освободи жителей из уборной. На помощь, выпустите нас отсюда. Не знаю, как отблагодарить за то, что ты сделал сегодня, Лучадор. Мне не дают покой безопасность Эль-Президента и его семьи. Поищи улики в Сан-Лучите. Думаю, некоторые из злобных скелетов направляются туда. С Богом, Лучадор. Мир нуждается в твоей помощи. Иди в Сан-Лучита, поищи там подсказки. Думаю, Калака направится туда. Это если что, мы ну, хп-шку себе восполняем. Так, ребята, теперь... А я не помню, как мне путешествовать между миром мертвых и живых. Подождите. Вертикальную синхронизацию здесь лучше включать, потому что здесь игра ускоряется в 4 либо в 5 раз. Атака, прыжок, прием, захват, уклонение. Так, изменение, режим тени. Ага. Режим тени пока что мы не можем заходить. А ну-ка. Если я до сюда добегу до конца. Я даже не знаю, типа быстрее передвигаться перекатами, либо просто бегом. Это старый дом, заброшен многие годы. Люди говорят, что жила ведьма, правда или нет, и кто там не живет. Фрей, а я говорю, что я лучше не тьма, как это было. Спасибо, что спас нас. Спасибо, что спас город. О, стоп, а я могу туда перекатами добраться? Не могу. Ну, я смотрю, тут одной игрушки не хватает. Ух, вообще надо их собирать. То, как ты справился с этими скелетами, было просто перфекто. Возможно, ты мог бы помочь мне с одной небольшой проблемкой. Мой дом кишит курицами. Не знаю, как они сбежали из клетки. Любой ценой просто верни их назад в клетку. Бей их, бросай их, все будет в порядке. У меня есть самые крупные курицы, а крепкие. Алла, наш новый загадочный папасита. Грасиос, сеньор. Наконец-то в моем доме восстановится порядок. Вот, я заметил, что один скелет, проходивший через город, это обронил. Надеюсь, он тебе пригодится. Это, если что, у нас, ребята, кусочек сердечка. За получение 3 таких кусочка у нас восполняется, оно увеличится количество хп. А остальное я не знаю, что дает на самом деле. Пока что не знаю. Я помню только за сердце.
Надеюсь, Сент-Лучита не атакована скелетами. Ты должен поспешить через лес и узнать, в порядке ли местные жители. Теперь в доме стало так тихо. Большое спасибо, Лучадор. Кстати, заходи на мою вечеринку лучадоров, если сможешь. Подмигивает. Давайте, наверное, сначала сбегусь к себе домой. А, видите, здесь оно общее везде. Где-то и койоты, и... А ну-ка, я смогу сломать? Но я могу вниз прыгнуть, да? О-ля-ля! Не, больше тут ничего нет. Ну, тут есть вот... Одну вещь я могу открыть. Тут на земле второй предмет я могу открыть. Скорее всего, это поворот в прыжке у меня должен быть какой-то. Ну ладно, погнали типа наверх. А хотя, ребята... Может, давайте мы с вами на... Нет, ладно, пойдемте далее посмотрим. Что такое? Что такое, братан? Нужно чё? Потому что у меня есть чё. Способности костюмы пройти мимо. Костюмы. Хуан, герой Лучадор, за маской скрывается душа, поэтому с кулаками так большое обаяние. Плюс скидка у Эрнандо. Тостадо, примите облик своего напарника. Лучадор Палло. Пресвятой петух, здоровье курицы. Что тут можно еще добавить? Восстанавливает здоровье. О, у него восстановление здоровья есть. Восстановление силы замедленное. Серебро, откуда вообще у нас серебро появилось? Пиньята, вы неотразимы. Но почему-то каждый хочет вас ударить. Больше денег, вы невероятно хрупкие. Ага. Эль Портеро. Броски — это конек вратаря. Но не вступайте слишком часто в рукопашные бои. Супермощные броски, слабый рук... Ага, я понял. Мощь воина, передай ярость вашим предкам. Быстрое получение интестина. Урона расходуется... Так. Урона расходует интестина. Интестина расходуется быстрее. Скелет. Без мускулов скелет никогда не устает. Но без вен скелет не может и лечиться. Бесконечная сила. Типа, бесконечное усиление моего персонажа. В красных шарах нет жизни, я понял. Алебрихе. Станьте загадочным Алебрихе. Вы раздаете боль, но не можете выдержать ее. Наносите огромный урон, получаете огромный урон. Я типа, знаете, для хардкорщиков, если ты хочешь жестко убивать, ну так ты и будешь жестко получать. Костюм Диабло. Станьте самым модным демоном подземного мира. Черпайте жизнь своих врагов. Удары крадут жизнь, больше силы, но меньше жизни. Но это можно даже использовать. Тостадо, стража маски, чемпион мира по захватам. Тут нечего добавить. Высокие пинки, увеличенная смекалка. Ханита, примите облик своего напарника. Лучадор Пола, просто петух, здоровая курица. Вы неотразимы, но почему-то броски это конек вратаря. Ну, короче, это одно и то же, только женский вариант. Давайте по способностям. Магазин. Кусок здоровья. Нихера себе. Восстановление здоровья. Быстро... Так, ладно, кусок здоровья. Дает кусок с сердцем. Три куска сердца дают вам дополнительное здоровье. Больше здоровья из красных сфер. Быстрое возрождение. Уменьшает время ожидания до возрождения игрока.
управляет только на кооперативный режим, то есть нам это не нужно. Суплекс. Увеличивает радиус всплеска и урон атаки в захвате суплекса. Свайбой. Увеличивает радиус вспышки атаки и захвата свайбоя. Пинок. Улучшает точность броска, нанося больше урона взрывом. Оглушение. Быстрое ослабление врага. Врагам требуется меньше ударов перед броском. Ага, и все. Ну, здесь нам выгодно, конечно, сердце, наверное, купить вначале. Увеличить свой максимальный предел. Форест. Ну, дальше у нас, ребят, лес. Давайте тогда, я думаю, мы с вами на вот этом вот моменте закончим. Ну, это снова у нас вводная часть. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем... Пока.